Всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Лёха. Мой ник Антарадун, вы находитесь на канале Hardplay. Я немножечко приболел, но очень надеюсь, что фырканье носом и мои соплюхи никак не помешают провести сегодня хороший стрим, может быть, даже не один. Напомню всем то, что, ребята, стримы на Твиче проходят, ссылочка есть внизу в описании. Каждый вечер я стараюсь проводить, так что залетайте, поддерживайте, буду вам очень рад. Ну а на этой серии не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ссылочку на плейлист Ведьмака найдете внизу в описании, и поехали играть! Друзья мои, в той серии мы с вами познакомились с бароном. Такое ремесло, что нынче голодать не будете. А? Да куда вот. Ж ты? Так что как-то так. Блин, звук просто безумный в игре в этих ушах. Просто безумный. Так, очень много нам дали заданий. Очень много. Прям вот какое-то нереальное количество заданий на самом деле. И я предлагаю нам их просто почитать. Есть основные квесты, есть дополнительные задания. Я даже не знаю, с чего сегодня начать. Не прочитал, друзья мои, откуда падает красный мутаген. Приболел и не прочитал, к сожалению. Но я обязательно прочитаю. В предыдущих сериях я вас просил написать. Так что как-то так. Я бы, наверное, пошел по сюжету. Ну, почему-то тоже, вот я как-то ближе к сюжету. Ну и все, давайте тогда охота на ведьму. Найти ведьму самостоятельно или расспросить о ней жителей Подлесья. Из заметок нильфгаардского агента Генрика, ведьмак знал, что Цири поссорилась с некой ведьмой. Все указывало на колдунью, обитавшую недалеко от Подлесья. Чтобы добраться до ведьмы, Геральту предстояло расспросить о ней жителей деревни. Ну что ж, давайте как раз и расспросим, почему бы и нет. Блин, звук просто пипец. Я не знаю, есть ли у вас такой звук, но какой-то другой стал. Вообще другой. Ты что такой снулый? Шевелись! Да ну тебе. Я вздохнуть не могу. Должно быть меня. Что? Неплохая работа моему Любушке подвернуть. Оно, конечно, не хуже. Так, давайте посмотрим по карте, куда нам вообще чесаться. Оу, а чесаться нам аж вон куда. Ну, тут что отсюда скакать, что отсюда. Тут, наверное, отсюда даже, может быть, и поудобнее было бы. Сверху вниз. Давайте так и сделаем. Безумно вообще. Новые звуки. Прям в каждом ухе отдается. Очень-очень непривычно. Максимально. Но очень круто. У меня такое ощущение, я говорю, как в кинотеатре вот сидишь. Что-то подобное. Что это такое? О, букмекер. А какой самый лучший букмекер? Хочешь поучаствовать в турнире? У нас честный кулачный бой. Предупреждаю, Йонаш мужик злобный. Любит кусаться. Так как? Да давай. Ну поглядим, какой он злой. Полтос. Ну чё, пацаны, микс-файт? Сейчас мы увидим бой между Йонашем и путешественником. Ля машина, видал? Хадость. Иди, иди сюда. Давай. Опа! Не! Шо, обидно? Я у мамы микс-файт. Опа, все, да. Прямой. Ня! Ну, сколько мне еще ждать?
Воу-воу-воу-воу-воу! Нифига, вертуха пошла! Коронная! Сейчас двоечка! Просто Конор Макгрегор отдыхает. Шо? Ты блуда! Победил юноша! Кто знает, может, в Велине скоро будет новый чемпион! Бабосики, осталось сюда, пожалуйста. Победить кузнеца из корчмы на распутье. И рыбака из Залипья. Зовут его Рыбожор. Гардской падалью смертью. А что, есть нет еще? Что такое, приятель? Поклон вам. Легчайшие 50 монет просто. Чистые 50 монет легчайшие. А, 100, да-да-да, наверное, 100 даже. Бывает. Или 50, или 100. Я не смотрел, сколько я поставил. Так. Тыгадын-тыгадын-тыгадынский конь. Тыгадын-тыгадын-тыгадынский конь. Не, 50 чистыми, да, я выиграл. Это такое. Найти ведьму самостоятельно или расспросить у жителей. Пожилой дедушка. Погубайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой. Он сейчас со мной вообще разговаривает, нет? Покажи товары. Так. Плюс ведьмачье снаряжение. Плюс... Его серый нет опять, как всегда. Серого алхимика, наверное, должно быть. Золотое кольцо. Два кольца. Ага. Улучшение. А починить нам это придется явно. Блин, очень все дорого чинится, если честно. Ну ладно, в принципе, то, что в кулачном бою выиграли, то и с тем мы залетели. Может, Гвин с ним попробовать? Давай попробуем. Ты часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты? Вот у него я сейчас точно выиграю. Смотри, проверяй, сейчас сразу выигрываю. Просто легчайшая игра. Вы делаете первый ход. Все уже, тут все понятно сразу. Выигрышная комбинация, смотри, пошла. Опа! Все, да. Ага, он на пехов пошел упарываться, красиво. Молодец. Я очень надеюсь, то, что у него тумана нет. Ага. Молодец.
Меня не перебьет. Я прям уверен. Я ему не перебить. У меня 20, он меня не перебьет. Ну, допустим. Ага. И что дальше? О! Гном, тащи! Ха! Все, да, спасовал! Что, девочка тупо? Сюда мне бабосики, пожалуйста, перечислите. Да он в первом выложил все, что можно. А я двадцаточку заработал. Так... Домой. Сюда, папе. Мне такое надо. Не, ну нормально. Народные люди, кнутом проучат, не будешь такой заносить. Сейчас ты там проучат тебя. Вот ищешь. Они сами тебя на чесноку возьмут. О, так это мое. Так. С кем вообще можно здесь поговорить? А красивая у тебя... Больно! Красивая у тебя веселка. Я спешу, мне надо кое-кого найти, мать. Так что? Думаешь, его приворот? Тише. Кто-то идет. О! А, чтоб не заподозрили, тихо-тихо. Думаешь, его приворожить? Ведьма тебе люди столько дала? Ну, дала. И взяла немного. Может, и мне плыть? Если бы не хозяйки, что в чаще... Да тихо. Давно бы мы все поняли. Дальше до одинокого камня. Обойдешь его и поворачиваешь... Да за... Направо в лес. А потом только в лесу. Как заметишь в лесу брошенную телегу, это тебе будет знак, что идешь куда надо. Ведьму я как-нибудь найду. Так, лошадка. Я к колдуне не хожу. На здоровье, слава богу. Сюда. Но. Погнали. Так, а ну-ка, погоди-ка. Да ведь это мой, и не такая злая. За словом, в карман не лезет, но если что нужно, так не откажет. Вперед, плотва. Ну что ж, к ведьме. Погнали. Большой камень у пруда. Так. Камень есть. Теперь направо и до телеги. Охренеть. Телега. Ведьмина хата где-то рядом. Воу-воу-воу-воу-воу! Что началось-то, еб... Что-то я... хватку потерял. Ну давай! Чё с руками-то, я не пойму. Щасек. Что-то дядя Лёша это руки куда-то забыл. Как кнопки нажимать.
Тут же альт, правильно? Ведьму я как-нибудь найду. Давно бы мы все. Погодите-ка. Да я что-то расслабился, не говори. Мышка новая, да, да. Мышка новая. Большой камень у пруда. Мышка, мышка новая, еще лаги. Камень есть. Теперь направо и до телеги. Так, ну сейчас мы здесь все равно разберемся. Телега. Ведьмина хата где-то рядом. Ну впрыгни. В смысле? Иди, иди сюда. Сейчас я вспомню, что... Вспомнил, оказывается, то, что... В этой же игре... В этой же игре альт есть. Во. То я уж это... Я уж думал, все, скилл ушел. Мышка новая пришла, и скилл ушел. А нет. Ну, они пустые, один мутаген всего дали. Че тут такое, бунт? Госпожа, коровенка, значит, с говна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. В полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 крат спасибо. А теперь довольна. Хватит на сегодня, идите по домам. Ясно, корова в говне плавает. Говорит, что-то у меня, говорит, корова заболела. Странно. Хм. Так, женщина. Лучше завтра зайти. Не судачьте про нее. Тук-тук-тук. Есть кто дома? А что, есть кто дома? Обычная мазь, ничего особенного. Наш только что здесь была. Рецепт тушь для ресниц. Мы вот эти вот туши для ресниц, мы это все такое себе. О, погребок. И куда она делась? О, склад. Слиток метеоритного железа. Ребят, ну зачем ей? Сами подумайте, ну зачем? Я возьму, мне нужнее. Лифаки висят. Хм. Она собрала неплохую библиотеку. Так, надо дверочку прикрыть, чтобы без палева. Письмо к Александру. Любимый, пишу тебе, потому что ты верно думаешь, что я все еще сержусь. Ну ты же знаешь, глупенький. Санктум спиритум. Нарисованная мелом пентаграмма. У него сильная аура. Это артефакт или... Откуда она исчезла? Ну нахер! Так, так. А здесь мило. Нет. О, кролы.
цок, 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 цок. Слушай, здесь прям как-то это, как... Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. Окей. Что-то, короче, или она меня сейчас сожрет, либо одно из двух. Так, надо захавать. Привет, так. Ведьмак. Да-да. Так, мы вот эти сцены осуждаем. Тут еще. Где? Если что, я все осудил. Это все не понарошку. Нет, поговорить. Ха. Отвернись и подожди. Ребят, ну я не могу это скипнуть никак. Типа, я не скипну это игровой момент. Это, ну... Типа, сорян. Тейромец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во сто крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это советница короля Фольтеста. Какая прелесть. Проверяй, серия больше всего лайков наберет. Очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила старых тебя с приятной знакомых? Улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. А, на пробел можно скипать, да? На пробел можно было сцену скипнуть? Я вообще-то не знал. А если там что-то важное было? Не. Не понял. Тихо там. Вообще-то ради работяг стараюсь, а вы все как эти хадости, а. Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты не видишь, что ли, что творится в мире? Ты о гонениях на чародеев? Да. Я говорю о новом увлечении Родовида. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Пробел сломан, я же говорил. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и поперек. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травниц. Ну, к делу. Я ищу одну девушку. Какую? Которая, как говорят, перешла дорогу местной колдуне. Что за вздор? Местные девки ни за что бы не осмелились со мной ссориться. Она не местная. Что-то ты темнишь, Геральт. Если тебе нужна помощь, скажи, о ком идет речь. Кого ты ищешь? Цири. Цири? А, тогда понятно, почему у тебя такая таинственная мина и насупленные брови. Говоришь, она поссорилась с какой-то ведьмой. То есть ты ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. А кто это был? И кто расспрашивал? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Я, конечно, прошу прощения. Она сейчас случаем... О каком подарке говорит?
Ар? Я, конечно, ну, не подстрекатель. Но, может, яичками откупимся? Не знаю, какая у тебя ставка. Полсотни яиц, три ощипанных курицы? Ставка растет с каждым твоим словом. Быть может, теперь ты вообще не сможешь расплатиться за эти сведения. Сколько ехидства. Близость к природе должна была тебя очистить, успокоить. Ты знаешь, природа смердит. Да? О, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Эльф? Не заеденный блохами Скаятаэль, а эльфский чародей. Блядские эльфы. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цириной. Кролики? Можем отправляться? Да, идем. Ну как бы... Природа. Блять. Нас точно забанят. Ты уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Ну, давай выясним. Пойдем. Давай же! Даю же! Велоплан! Нихера себе фонарик. Сука, эльфы, это всегда какая-нибудь подлянка сейчас будет. Потому что эльфы самые хитрые жопы и черти вообще. Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Ну полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Яндекс? Нагибатор? Ты можешь телепортировать нас навигатор на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее! Отворяй, собака! Я уверена, что мне все это нравится. Понял. Ну давай, мать, открывай! Ну! О! За мной! Ну шо, пацаны, погнали! Чёртовы порталы. Интересно, где сейчас Кейра? Так. Здорово, орлы! Здорово! Ну, сколько мне еще? Да ёпта! Что сегодня со мной не так? Сюда.
Тили-тили-тили-бом, выходи из круга вон. Ха! Иду налево. Видали, как умею? Здорово, орлы! Да я не вам, петухи. Да ёпте! Ля-ля-ля-ля-ля! Борис, кончай! Сегодня со мной, я не пойму, не так-то. Что-то я сегодня вообще просто... Ты кто? Это что такое? Ля, тварь, а! Ты кто? Бывшая, что ли, моя опять? Че это за жаба, я не пойму. Какахами кидается! Точно бывшая. Что-то со мной, короче, сегодня явно не то. Что-то это как-то и все. Надо сохраняться почаще. Что-то у меня сегодня это жизнь трещину дала. Так, все, сейчас щиты подрублю. Солдатиком. Что-то я рановато прожал. А че это заводная баба? Что она какая-то реально жесткая. А ну-ка. А ну-ка. Сорян. Я кому-то там язык отрубил. А чё, где мать-то? Ава. Пакость, а?
Попался? Какахи! А? Все, да? Пала, дура. Все, да? Такая она опасненькая. Используйте ведьмачье чутье, во. А, иду, иду. Ёпта! Сделай что-нибудь, а не выползаешь из этих нор! Используй знак или бомбу, ну что-нибудь! Кого? Успокойся, это же просто крысы. Ненавижу, фу, крысы! Лилатки! Ну давай. Да ёпта, не в ту сторону. Плюс левел. Боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи. Навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я их поводить не стану. Идем, охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно. Ты должен понять, зачем здесь дикая охота. Мы собирались навестить эльфского чародея, а не драться с дикой охотой. Да я сейчас раз на раз выйду. У нас уже не будет шанса с ним поговорить, кроме того. Ладно, делай как знаешь. Постой, постой. А что ты так привязался к охоте? Может, дело в Цири? Ты ведь не все мне рассказал, так? Идем со мной, и я расскажу. Может быть. Ты всегда такой? Я начинаю сочувствовать Трис и Йен. Ну да ладно. Пошли. Гвеллаклан! Пойдем. Файлер Тэй, Лорена Люнет. Я жду тебя, это дочь. Он? Это эльф. Арвех Твагла. Следуй знаку своего меча. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфопроекция. Кого? Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая. Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка. Простенькая? Кто кроме тебя может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Кого? Искать, блядь, ласточек? Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Осторожно. Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю, не надо меня учить. Лисий, как я узнаю? Весемир рассказывал, что когда научился накладывать игни, пошел тренироваться на этих грибах. Скверная идея. Да? Ну как, выжил. А молодых как рано заходит. Мать, давай, заводи! Давай, флюгер Кихаймер, или как его там?
ну его нахер, ты чё, угораешь? Давай, Григорий, минус один, хорош. Что-то как-то... Да за что меня-то опять? Да я-то тебе плохого сделал, пакость, а? Сука, что за день, а? Еще и газ рядом, короче. Короче, здесь огонь нельзя юзать, я понял. Короче, Ирден только нужно юзать. Похоже, вообще огонь вообще категорически нельзя. Должно быть, как они добирались сюда по воде. Интересно, как... Смотри, сейчас танкану. Опа! Если желтое испарение ядовит. Значит, мы идем правильно. Сейчас вот только мне... Ничего, ладно, не говорить. Снегдроп неплохой. Ща на тоненького пройдем, не ссыте. Я 100 раз так делал. Подожди, а как же нам пройти-то? Ты чё, мать? Тетюльки перевешивают. О! Здорово! Смотри, он очень похож на тот столб с проекцией. А чё он фейспалм делает? Не for the Solesher Air. Очевидный путь не всегда лучший. Израиль, не for the Solesher Air. Очевидный путь не всегда лучший. I'm silly, Кельпи. Найди Кельпи. Кельпи? Это какой-то морской монстр? Нет. Так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошади. Так что, попробуем найти? Лошадь в подземелье? Велоплан! Понял. Я, мать, конечно, не подстрекатель, но... Силуэт охотничьей собаки. Интересно, что ничего общего с Кельпи. Твою мать! Хватать все подряд. Ёпты, я сейчас чуть не... Просто у меня сейчас чуть сердце нахер не вылетело. Геральт, все в порядке? Вообще идеально. Допустим. Просто как в аптеке. Морское чудовище. Напоминает Кейрона. Отпрыгни, пожалуйста. Во. Геральт, что это? Очередная ловушка, чтоб меня. В смысле?
Давай один на один, ара, я сейчас твой рот мотать буду. Шо, попался? Ну да. Это жопа! Это жопа нам всем! Все, да. Ну-ну. Я вот не сомневаюсь. Давай сюда. Один на один, давай. Оба, все, да. Давай сюда, девочка. Все, несите трон, короче. Next выиграем. Да за что? Да не надо. Да еби он на мать! Вообще изи просто. Изи. С тобой когда-нибудь такое случалось? Если бы не я, то все вообще. Легчайше. Ну, нечто подобное. Когда-то давно один доплер попробовал в меня превратиться. Ну и что? Ему не понравилось. Доплеры по натуре очень добрые. Просто самый легкий был босс. О, ласточка. Очевидный путь не всегда лучше. В смысле? Я же лошадь вот здесь находил. Брат, да я хер его знает, где твоя эта кельпи. Бабло! О! Ля, гусь какой нарисован. А как до гусят достать? Ты ёпте. Блин, ну показано, вот эту надо нажать. Сейчас бы в горячую ванну. Не нравится мне это место. Блин. Найти что-нибудь связанное с Кельпи, лошадью Цири. Не, ну погоди, если здесь нет, значит, мне надо сюда. С лошадью, но это не лошадь. Наверное. Не, ну это уже в обратную сторону. Что-то непонятно. Что-то какое-то... Не, подожди. За звук такой. Знак я вижу только один. Ну типа и как мне туда попасть? Лошадь-то я нашел.
А вон внизу проход, найс. Короче, мне надо в обход. Стопудово. Потому что туда просто не попасть. Все, да. А почему я ни одного знака-то поставить не могу? Что-то сегодня какая-то погода нелетная. Стопудово. Мне кажется, что я вообще не сюда иду. Или сюда. Рецепт Рубедо. Ну, сколько мне еще ждать? Вашу. Что за... Кстати, боты поприкольнее моих. Подожди, а я свои мечи не разбил, что ли, тогда? Так, ну здесь все, здесь тупик. Понятно. Как вода? Очень освежает. Зря не окунулась. Вообще не хз, куда дальше. Где-то есть проход, а где?
Вообще даже у меня мыслей нет никаких. Показано, что идти сюда. Показано, что идти сюда. Назад проходов тоже нет. Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Зато сам додумался. Почти такая же. Посмотрим. Кир, не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Че получилось-то? Смотри, они открываются. Но, Кир... Это я. С первого раза вообще легчайше. Легчайше. Вообще даже так, не тупил. Теперь понятно, что прервало телепортацию. Этот телепорт... Кажется, это... Ласточка. Думаешь, это мать, в этих наушниках конечно. Такие звуки, это ты просто, это... Этот проход для цели. Я сейчас чуть ну, не... Иди. Вот в хорроры в этих наушниках точно играть нельзя. Вот, вот это 100%. Я сейчас чуть не... Не это, того. О, Галим! Не нравится мне это. Здорово! Сейчас я его вообще на исе солью. А, так он вообще девочка. Треть отлетела. Все. Ну вот и все. Я знала, что мы сердце справимся. Голема.
Так это да. Ж мое. Могла бы предупредить. Не стоит пренебрегать моей интуицией, ведьмак. Например, в твоем отношении у меня очень хорошие предчувствия. Во многих смыслах. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Там есть, я его придерживаюсь. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что нас ждет следующий бой. Мы на другой стороне моста. Здесь и была дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Вялатлан! Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили стражу-чародея. Здорово, парни. Значит, они сюда не в гости приходили. Ты сомневалась? Их заморозили, они и сделать ничего не успели. Бывает. Шара! Они уже здесь. Займись ими, нам нельзя терять времени. Ой. Здорово! Чародей дикой охоты. Сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. К ним сначала подойти надо. Попробуй вызвать Бурун, Деметий и Крест. Держись ближе. Господи, Иисусе, да, на небесе! Готово. Держись поближе. Я держусь, мать! Давай, закрывай его, к ебени матери. Их нужно закрыть. Не сходи. Я сама, прикрывай меня. Ага. Что это может быть? Жопа! Мать, заводи, пожалуйста, свою эту херню, а! Я заклинаю всеми богами, блядь! Давай поскорей, пожалуйста, кастуй, а! Монтирую, блядь, монтирую! Мать, закрывай, а Христа ради. Спасибо. Начинаю думать, что может все не так плохо. Ага. Опасно. Не, ну хозяюшку надо будет потом, конечно, отблагодарить. Я готов. Не понял. Подходи по одному! Ну, сколько мне еще ждать? По костерочке, я вас...
Сейчас бы на таких эпичных заданиях отлетать и... От этих, от простых волков умирать. Стример может. Закрывая кибитку, Христа ради, спасибо. Тебя на мать лезут. Получилось. Легчайший. Сама чепуха. Просто потратила слишком много силы. Только в обморок не свались. Пока я в твоих крепких объятиях, ни за что. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Кто бы сделал привал, лайк, пожалуйста, поставьте. Нужно идти. Я бы, как говорится, сделал бы там привал. Блин, засейвиться нельзя. Они заблокируют. Тут проход. Может, я попробую? Предоставь это мне. Пойдем. Может, мы их еще догоним. Догоним, мать, догоним. О. Потом нас поймают, и мы еще раз догоним. Спасибо за помощь, очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Будь спасибо. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признайся. Ой, да признаю, признаю. Он здесь не прошел. Че, с магом, что ли, драться? Давай-ка сейчас, один на один. Давай, давай. Не, а че, давай. Или зассал. Святой отец, нет, ну ты видел, а? Геральт, я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Что, обидно, да? Легчайше. Вообще просто изи. Тупо, просто как девочку сливаем. Чё с лицом, брат? Чё это за поебень? Смотри, он открывает. Спокойно, сосредоточься. А вон он, блядь, открывает. Положь трубку! Ай, блядь! Лаги! Он чё, регенится, что ли? Да ну нахер, брат! Он чё, регенится за это время? Сука!
На тоненького! Просто на тоненького! У, сука! Давай, туши! У, сука! Нормально, нормально! У, сука! Где? Где, 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 где? Давай! Давай, сюда, быстрей! Ну, где, где, где? Давай! Ха-ха-ха-ха! Сюда! Нормально, нормально! Быстрей, сука, он там лечится пока! Давай, 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 он лечится! Быстрей, быстрей, быстрей! Хорошо, сюда мне его! Сюда! Сюда, родной, сюда, сюда, сюда! Все, 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 это... Ёпта, твоя остановка! Ай, блядь, лаги! Пакость, а! О, сука! Сюда идем! Ха-ха-ха-ха! Сюда! На! Вах в чат! Я боялась, что... Не надо за меня бояться. Давай осмотримся. Сюда! Мать, подожди, весточку. У меня есть вот оливки мне оставили. Спиртика оставили. Просто с первого раза, ребят. Не поленись, уж поставь. Так, посмотрим сообщение. Зираэль, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топей. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. До чего техника дошла? Были вместе. Не слишком-то много. Проклятие. Может и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Это уже плюс, кстати. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топей. Кира, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховы топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине. То есть они реально помогают? И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Ведьмы, которые остановили мор, то есть, да, там... А зачем они помогают местным, если они ведьмы? Или они добрые ведьмы? Как мне их найти? Непонятно. Болота обширны и опасны, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Сладостей? Чего, блядь? А, точно. В Каэр-Морхене не читают детям сказки на ночь. Все нормальные люди знают, что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я правда верю, что ты найдешь Цири. Ладно, тогда давай для начала поищем выход. Подожди, хорошая конфеты, ведьмы, это же забугорные эти. Вы меня можете поправить, но, по-моему, за бугром есть какая-то Грета и...
Грета... Блять, как сказка называется? За бугром, ребят, кто у нас живет? Кто подписчики? Ганзель и Гретель. Вот. Немцы, ребята, пишут. Ханзель and Гретель. Во. Я... Ты видал? Немцы, ребята, я с вами. Я, видишь, я помню. Где-то я слышал ведь. Достойно, нет? Представляешь, дядь Лёша? Какой кругозор. Мало того, что красивый, еще и кругозор. Ой. Так, давай помедитируем сразу. Мне, конечно, скромность красит человека. Что это такое? Таинственный чародей-травник. Сука, эльфы. Не, ну, по крайней мере, он мне всяких ништяков оставил. Что это? Зелье, которое я ему дала. Похоже, оно ему пригодилось, он его выпил. А где золото, бриллианты? Там, я не знаю, деньги на крайний случай. Тю, ёпте. И все что? Весь из белого пепла, с тихих сонных холмов, Тир-на-Лиа сползает в забвение. Мягко, беззвучно. Я не понял, но очень интересно. Должно быть, он сам сжег эти записки. Охоте на них насрать. Значит, он знал, что его ищут. Так, мать, все, давай, отворяй кибитку. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме сюда. Того, используя его, ты же будешь думать обо мне. Спасибо. Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, надо поблагодарить. Светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. Чего? И скоро он вряд ли сюда вернется. Я попробую найти его сама. Светильник? Если только смогу. Ты поможешь? Мать, я как минимум для тебя сейчас могу, знаешь, что сделать. Не буду говорить. Ладно, давай помогу. Помогу. Отлично, тогда пойдем. Пойдем светильника схватим. Велоглан! Здесь мы точно что-нибудь найдем. Что за светильник? Слушай, серия длинная получится, но очень интересная. Похоже, очередная загадка. Здесь надпись. Покажи. Ты можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть, да и выходит бессмыслица. Надо подумать. Никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. О, трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Да, похоже на загадку.
Ну ладно, попробуем с этим разобраться. Так. Четыре стражника. Блять, надо еще раз ее прочитать. Ну-ка, мать. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Центральное. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Играл. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. Четыре одинаковых статуи. Подожди, подожди. Что-то произошло. И правда, как будто за стеной что-то сдвинулось. Это эльфское святилище. Они, видишь, с инструментами некоторые. Я сразу увидел то, что у них в руках инструменты. У двоих собаки, но один с инструментом, второй без. Первый не шел с краю, второй играл музыку, третий шел с верным, короче, псом, но не играл, а этот играл. Ну, на самом деле, стример не тупой, кстати. Бля, буду без всяких спойлеров. Просто вот, ну... Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Магия. Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но... Большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Ты это ищешь? Ага! И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда? Я бы тут на полдня засела бы. Ну, ты мне говори, когда надо будет решить какую-нибудь загадку. Взрослый человек, вообще ничего не меняется вообще. Просто... Чё, мать, куда дальше-то? Все? Найти выход, ведущий на поверхность. Да ёптись. Идем? Кто-то наложил иллюзию. Ляхадость. Ложки нет. Страха нет. Фух. Наконец-то. Но дело того стоило, правда? А теперь на бережку. Что-то важное. Ты собираешься на Кривоуховой топе? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт. Мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что, ты еще заглянешь? Вы знаете... Мне, конечно, очень нравится Йеннифер.
Но сия женщина... Уж больно, как говорится, для нас много сделала. А я как джентльмен, не поблагодарить, как говорится, не могу. Так что бом-бом-бом-бом-бом, обязательно загляну. Конечно, я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кейра. 10 тысяч лайков на серии, я, как говорится, ее навещу. Так. Ну и на этой прекрасной ноте, дорогие друзья. Серия получилась довольно длинной, но очень-очень-очень насыщенной. Ну, как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Извините, что... Ай, носопырка шмыгал. Не болейте, потому что скоро Новый год не за горами. Почаще улыбайтесь, как всегда, чай, кофе, лучок, чесночок и не болейте. А, с девками потом там целоваться будем, знаешь как? Они у меня, знаешь, какие в чате на стриме, с языком, как начнут там это. Потом за уши не оттащишь. Ты давай тоже приходи на стримы, у нас здесь круто, лампово и очень уютно. Так что, удачи, пока-пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.